16 лет, пора за дело. В день своего рождения Белорусский республиканский союз молодежи запустил трудовую кампанию на всю страну. В Минске акция началась с острова Комсомольца в Парке Победы. Ребята благоустраивали волейбольную и футбольную площадки. А вскоре в этом историческом месте столицы появится концертная сцена и дизайнерские скамейки с элементами белорусского орнамента. Мы проявляем свою активную гражданскую позицию. И сегодня, в день рождения Белорусского республиканского союза молодежи, мы не просто празднуем это на словах, на бумаге, а своим активным делом, активным примером показываем молодежи и жителям нашей республики, как и чем мы занимаемся, собственно, в чем смысл нашей организации заключается. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек, да и просто гражданин Республики Беларусь, если его что-то задевает, что вокруг него, чтобы ему это не было безразлично, чтобы он брался за дело и конкретно исправлялся. Все то, что ему не нравится, чтобы сделать мир вокруг себя лучше. Проект долговременный. Активистов призывают навести порядок в первую очередь на своей малой родине. Уборки пройдут во дворах, парках, на детских площадках, в местах массового отдыха. Трудовая акция охватит всю страну. Фотографии с отчетом о проделанной работе предлагают выложить в интернете с пометкой «За дело». И таким образом приобщить к эстафете как можно больше друзей и знакомых.